Всем привет, друзья! С вами снова YouTube-канал «Лавка удовольствий». И сегодня я для вас приготовил благотворительные лоты. Итак, друзья, за время войны у меня собралось немножко благотворительных лотов. Вы все их видели, помните. Я вам сейчас подробнее про них расскажу, покажу. Буду выставлять от 1 гривны на платформу Виолити. И все деньги пойдут на благотворительность. Все вы знаете, что мы ежедневно помогаем нашим людям, животным. Вот Вадюнечка, привет. Он и сейчас стоит, фасует корма для животных, разные шампуни, гели, салфетки и так далее. Поэтому, друзья, все эти деньги пойдут на благое, на топливо на данный момент. Значит, показываю вам первый лот. Давайте начну по порядку. Первый лот — это вот такая вот ворскла и псел. Это такая композиция из двух статуэток. Видите, вот такая вот красотища, ворскла. Есть у данной статуэтки следы времени. Есть вот такие вот, ну скажем так, загрязнения. Где-то немножечко есть потеря вот этого золотого окраса. Вот клеймо данной статуэтки. Я вам внимательно покажу. Здесь дефектов, сколов каких-то скрытых я ничего не обнаружил. То есть, ну, есть местами, вот если смотреть на ее кокошник, то может быть чуть-чуть потери краски, ну и загрязнение. Так, теперь псел. Вот такой вот красавец держит вот такую вот свечу или какой-то цветок. Также у нее вот клеймо. Заводские есть кратерочки, которые не влияют на красоту. Также у него есть местами загрязнение, может быть где-то потери вот этой золотой краски. Никаких сколов, никаких царапинок я ничего не обнаружил. Выставляю данный лот от 1 гривны на платформе Виолити. Идем дальше, друзья. Сделал я серию брелков, которые показывают температуру воздуха. Вот сейчас мы с вами видим, стрелочка показывает у нас на 23 градуса. Вот такой вот брелок, русский корабль, уходит в закат. Также от 1 гривны я выставляю. Кто хочет их приобрести, есть они в наличии. Буду продавать их через платформу Виолити, дабы не нарушать никакие правила. Поэтому следите. Я в описании к этому ролику оставлю сейчас ссылки на все вот данные лоты. Идем с вами дальше. Ребята, все вы видели, во Львове я купил вот такую вот красоту. Вот такую вот от Данди Крокодила сумочку. Из какого-то варана. Причем варан у нас с зубами. Сумка нульц. С ней никто не ходил. У нее есть здесь и змеечка. У нее здесь, ну, в общем, видно, что с ней все в шикардосе. Здесь вы видите защелочки. Они все работают. Все из кожи, лапы. Даже у этой сумки задние лапы сзади. Показываю вам, вот играю светом, чтобы вы видели ее состояние. Что хочу сказать, так это то, что у этой сумочки, вот в этом месте, видите, вот показываю вам крупно, немножко, ну, наверное, может быть, она с самого начала такая была, потому что ни царапин, ничего не вижу, просто вот такая вот небольшая дырочка, но не сквозная. То есть она чисто одной чешуйки как не хватает, но сама по себе консистенция вот эта вся не хрупкая, то есть, в принципе, она мягкая, нормальная, не крошится, не слоится. Вот так вот выглядит. Следующий лот, благотворительный, это у нас от Андрея Сизова. Я уже продал по 2000 и по 3000 вот эти вот открытки. Сейчас я выставлю их одним лотом, вот эти вот две открытки. Здесь мы с вами видим русский военный корабль, иди, сами знаете куда. Почтовая марка, Эвка. Здесь город Херсон. Также здесь есть куча печатей. Вручить Теосабистов, все буду Украина. Андрей Сизов. Открытка, тираж 200 штук. И дизайнер Сизов также. Куча интересных печатей. Рассмотрите подробно. Видите, Місто Севастополь. Республика Крым. Крым — це Украина. Місто Герой Киев. И вот здесь вот я вижу, видите, здесь одна Херсон, а другая у нас перший день Киев. Здесь также на этой открытке мы с вами видим все то же самое. Здесь вот три печати. ЮА. То есть они вот так вот отличаются.
друг от друга немножечко. Здесь вот и присутствует вот такая вот. В общем, все печати, обратите внимание, везде, я сейчас, меня засмеют филателисты. Перший день Киев, Севастополь, Крым. А с этой стороны Херсон. А здесь у нас Крым, Севастополь, Херсон. А с этой стороны Киев. Как правильно это называется в филателистическом мире, я не знаю. Ребята, вот это вот один лот. И победителю я отправлю в оригинальном конверте, в котором мне, собственно, оно было прислано. Видите? Тоже с марками, тоже интересный. Вот, это еще один лот. Идем дальше. Ребята, вот такая вот почтовая открытка выставляется отдельным лотом. Эта открытка также очень дорогая и очень интересная. Это вот такая вот шикарная открытка, там где расист Путин хочет захватить Украину. И здесь мы с вами видим, что это также СИЗОВ. Также тираж данной открытки всего лишь 200 экземпляров. Сама по себе она дорогая. Русский корабль, иди куда положено. Полевая почта военная бескоштовно. Здесь мы с вами видим еще марки. Мы с вами видим здесь вручить особисто, пошту Майдану, Киев, Украина. Была подарена мне лично. Вот такая вот шикарная открытка. Совсем забыл, друзья, также у меня вот такой вот есть конверт. Вы все видели ролик, как я со фартовым коллекционером встречался. Он мне подарил вот такой вот конверт. И сзади мы оставили свои автографы. Лавка удовольствий и фартовый коллекционер. Данный конверт я также выставляю на благотворительность. И также покажу, друзья, вот такие вот марки из последних. Русский военный корабль. Все. F-ка. W. Знаете что, друзья? Наверное, не буду я вот этот вот лот выставлять на торги. Этот лот. Я раздарю эти марки тем моим друзьям, которые все время войны переживали за Украину. Меня просила в Америке Марта. Спасибо, что смотрите мой канал. Я всем желающим по одной марочке, собственно, разделю. И любимая мне принесла, что ты, да, я, это что же я купил во Львове. Я также выставлю это на аукцион. Ребят, вот еще один благотворительный лот. Вот такая вот красивая медная сковорода. Старинная кованая ручка. Сковорода. Обратите внимание. Шикарная, целая внутри. Чисто медная. Классно прикована. Я не знаю, здесь, наверное, 10 сантиметров высотой. 30 сантиметров диаметр. Очень эффектная, красивая. Я думаю, что украсит любой интерьер. И, как я вам уже сказал, деньги от всех данных лотов пойдут на помощь людям, которые не могут купить самостоятельно себе пищу. Также на корма животных. Ну и сейчас у нас, в принципе, все есть. Основная нехватка денег — это на заправку, чтобы можно было развозить нуждающимся. С вами был YouTube-канал «Лавка удовольствий». Участвуйте в лотах. Спасибо вам огромное всем, кто помогал, помогает, продолжает помогать. Люблю вас. Увидимся.